что вы любите делать. Берете список и пишите. Просто тупо список и пишите. Я люблю вот это, я люблю вот это, я люблю вот это, я люблю вот это. Написали. Второе. Что я умею делать? Дело в том, что есть вещи, которые мы любим, а есть вещи, которые мы умеем делать. Я бы еще переначал чуть-чуть. Не то, что я умею делать, а что у меня хорошо получается. Потому что часто бывает так. Какое-то ремесло человек умеет делать, но у него плохо получается. Ну, где-то не прет, там, как анекдот про лучшего преференциста в мире. Ему просто карта не прет. Он преференцист самый лучший в мире, ну, просто карта не прет. Ну, вот такое бывает. Поэтому нужно больше концентрироваться не то, что умею делать, а что у меня хорошо получается.